Друзья, всем привет! Это Сергеевич. Сегодня буду готовить мясо по-капитански. Для приготовления мне понадобится свинина, картофель, лук, сыр, майонез, растительное масло, соль, перец. Мясо вымыл, обсушил, порежу крупными пластами. После этого мясо необходимо отбить, натереть солью и перцем и оставить мариноваться на 30 минут. Лук нарезаю полукольцами. Картофель почистил, помыл, нарежу тонкими пластинками. После того, как картофель нарезал, уберу его в глубокую миску с водой, чтобы он не потемнел. Смажу глубокий противень растительным маслом. Подготовленное мясо выкладываю плотно по всей поверхности дна противня. И отправляю в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 20 минут. По истечении времени достал противень из духовки. Мясо дошло до полуготовности. Теперь выкладываю лук ровным слоем сверху мяса и отправлю опять в духовку на 10 минут. С картофеля слил воду, добавлю майонез, и все хорошо перемешаю. Через 10 минут лук стал мягкий. Кому не нравится данный способ запекания лука, можете обжарить на сковороде на растительном масле. Выкладываю картофель ровным слоем. И отправляю в духовку на 25 минут. Сыр натираю на крупной терке. Через 25 минут запеченный картофель посыплю натертым сыром. И отправлю последний раз в духовку на 15 минут. 15 минут прошло, мясо по-капитански готово. Быстрый и вкусный ужин готов. Приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.